В январе этого года Виктор Алексеевич Сафронов, народный художник РСФСР, отметил 89 лет. Но он по-прежнему работает с большим интересом. Война и мирное небо над головой, победа жизни над смертью – основополагающие темы в творчестве художника. Они вновь ярко и самобытно отражены в новой персональной выставке «Эхо памяти». Автор стремится сохранить историческую правду, работая над полотнами, которые написаны по воспоминаниям участников Великой Отечественной войны и по своим воспоминаниям. Прошлое так не должно быть уроком забытости. Это очень опасно для человечества. Вот. Потому что тот, кто войну не пережил, он не понимает того времени, того ужаса, тех потерь, которые вокруг него, любого человека. Виктор Алексеевич родился в 1932 году в Горьком, ныне Нижний Новгород. В 1953 году окончил Горьковское художественное училище и начал свой творческий путь в изобразительном искусстве. В 1969 году художник приехал в Ульяновск по приглашению региональной организации «Союз художников России». Главной темой творчества Сафронова стала история Великой Отечественной войны. Он не был на фронтах войны в силу своего юного возраста, но видел слезы матерей, последствия долетавших до тылового города бомб, слышал скупые рассказы фронтовиков. На открытии выставки министр искусства и культурной политики региона напомнила присутствующим о достижениях автора выставки. В собрании Ульяновского областного художественного музея хранятся выдающиеся произведения, которые хорошо известны в России и за ее пределами. А ваши картины «Коммунисты вперед» и «Боевое знамя» были отобраны в свое время Министерством культуры Советского Союза и ведущими искусствоведами страны к экспонированию и дальнейшему хранению в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Вы единственный современный художник, представляющий Ульяновскую область в этом музее мирового уровня. В 1983 году художнику за внесенный вклад в развитие изобразительного искусства было присвоено почетное звание «Народный художник РСФСР». По отзывам искусствоведов, полиптих ценою жизни, триптих завещано помнить, картины «Солдатское письмо», «Прощание», «Соната над озером Мсто» 22 июня относятся к высочайшим достижениям Национальной школы живописи. Мы можем смело говорить о том, что Виктор Алексеевич – это классик, искусство 20-21 века. Классик, настоящий, на примере которого можно воспитывать очередные поколения художников. И это будет совершенно справедливо. Новая экспозиция представляет разные периоды творчества художника. На ней представлены живописные произведения, побывавшие на самых крупных художественных выставках всероссийского и мирового уровня. Также зрители ждет знакомства с новыми работами Виктора Алексеевича Сафронова, созданными в последние годы. Ирина Антонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.